Всем огромный привет! Сегодня я буду готовить из тыквы тыквенный сок на зиму. У меня вот такая вот тыква. Разрезаем, очищаем, вынимаем косточки, нарезаем на кубики. У меня здесь 6 килограмм, но я буду пропорции говорить на 3. Берем 3 килограмма, 2 литра воды, заливаем, после закипания провариваем 10 минут. Далее у меня вот такой вот блендер. Я это все перетерла в пюре. Вот так вот у меня это все получилось. Буквально заняло у меня 10 минут. Вот. И выливаем обратно в кастрюльку. И на 3 килограмма тыквы насыпаем пол килограмма сахара и 2 чайных ложки лимонной кислоты. Все доводим до кипения. Когда появилась у нас пенка, пенку убираем. После этого, если пенки больше не будет, то разливаем в стерилизованные баночки и закручиваем наш сок. Если у вас получился густой, можете добавить воды либо сахара, это уже по вкусу. Вот так вот у меня получилось. У меня в полной мере было 12 килограмм тыквы. Сок получился очень вкусный, в меру густой, так как я люблю. Всем приятного аппетита. Пока-пока.